Ну что ж, завтрак готов, мы уже покушали. Это уже чай, заваренный для Артема на работу. Помните, мы вам показывали свои термосы, большой и маленький? Арктика, очень хорошие. Здесь пол-литра, как раз ему нормально. У нас есть большой, но он не хочет его брать, там больше. В принципе, говорит, ему хватает. В общем, вот так вот началось мое утро. Так, ну что ж, я забыла сказать, что я готовлю ребрышки, прямо развариваю. Вот они у меня уже час готовятся. Затем я вынимаю их, процеживаю бульон. Но это у меня так, потому что, ну, сейчас напишут, что вот так, лучше так. Я так делаю, я привыкла, мне так нравится. Я сверху пену тоже беру, но я люблю процедить бульон, потому что все равно я отсюда мясо вынимаю, выбираю с костей, да, весь навар от костей уже здесь есть, то есть уже час у меня варится, а я не прям буквально, прям сами сходят, вернее, мясо само сходит прям с костей. Все, и затем буду готовить дальше. Добавлю туда рис, сейчас покажу, какой у меня рис. Вот смотрите, сколько видов риса у меня. Я белый рис не употребляю. Вот смотрите, сколько видов. И они все разные. Этот такой, этот вообще такой длинненький. Этот длинненький тоже, это побурее с такими ребрышками. Вот, я сегодня буду готовить из вот такого риса. Это очень вкусно. Белый рис, он тяжелый, неполезный. Вот. Уже как бы перехожу на более такую полезную пищу. Без всякой пережарки сейчас сделаю. Все без всякой пережарки. Просто добавлю рис. И, кстати, вместе с рисом, сейчас я его промою в нескольких водичках. Немножко потом в воде одной оставлю и солью тоже воду, там осадок этот. И... добавлю сюда лук, морковь, перчик. Добавлю сюда, сейчас покажу вам. Вот у меня томаты в собственном соку, видите, без кожицы. Вот они. Вот. Вот. Когда я снимала семена, я сняла шкуру. А не потому что биф томат, прям мясо-мясо, сама шкурка снималась. А это томатная паста моя. Я уже показывала вам ее, вот она, видите, это густая-густая томатная паста. Вот томатную пасту я не буду добавлять, а добавлю томаты. И добавлю сюда брикетики из перца, молотые и замороженные в маленьких кексинцах. Я вам показывала, как я делаю, одну штучку. В общем, все овощи добавляю, и они как раз одновременно с рисом готовятся. Все одновременно. Накрою крышкой, там все протушится вкусненько. Под конец добавляю зелень. Так, сегодня 29 августа. Я занимаюсь, дорогие друзья, сбором семян. И из мякоти готовлю соки, соусы и томатную пасту. Также квашу еще и огурцы. Огурцов полно. Значит, как я делаю? Я уже не один раз рассказывала, повторю еще раз. Кусочки томатов, естественно, я из них выбираю семена, да, я занимаюсь семенами. Все это перемалываю,
кипячу минут 20. Затем вот так вот. Видите, вот собралось еще какая часть. Не так уж и много там, да? Сейчас я буду ее убирать. А дальше натуральная паста томатная. Ну, все уже, можно уже и все не брать. Или маленькую эту ситечка маленькая. И вот сюда выливаю. Некоторые мне в прошлом году или когда-то там писали, что это нельзя выливать. Можно пить это. Да, здесь прям вот у меня, потому что знаете, какие, видите, какой здесь? Это не вода прям. У меня томаты, биф-томаты. Это томаты биколор. Биф это мясо, то есть мякоть мякотная. Вот столько ровно выходит. Я не знаю, литр, наверное, томатной пасты вышла из ведра томатов. Ведро у меня было 5-литровое, но у меня томаты мясо. А, так, в принципе, когда я делаю большим ведром, там 12 литров, 10 и так далее, выходит больше. Ну, а если водянистые томаты такие, да, то из него, конечно, выходит мало. Из этого количества томатов выходит мало томатной пасты. А здесь посмотрите, какая томатная паста. Видите, настоящая томатная паста. Все. Я больше ее не кипячу. Вот паста томатная. Что я теперь делаю? Я уже рассказывала не один раз. Можно убирать вот в такие емкости разного литража. Но я убираю на один раз. Это вот, вот так вот. Это полоник небольшой, но 2-3 столовые ложки. Смотря для чего вы будете делать. У меня есть разные пакеты. В пакеты для завтрака маленькие. И прям так вот на уголочек их вот так вот треугольнички делаю, я уже показывала. И затем эти пакетики складываю в большой пакет, который зип-пакет, прочный такой. Зимой открываю, беру один пакетик и сразу использую. Отрезаю донышко и выдавливаю туда. Или же просто разрезаю пакет. В общем, как вам удобно, дорогие друзья. Вот эти удобно тоже, они складываются друг на дружку. Ну и там тоже я потом вот так этот пакетик сплюсну, так вот. И один на один складываю. Тоже очень удобно. Итак, дорогие друзья, хочу вам показать, какая паста получилась. Посмотрите. Видите? Вот так я делаю томатную пасту. Вот. Чтобы вы понимали. Вот такое вот у меня сито. Вот еще сколько вылилось. Я вот вам видео сейчас показывала. Вот. Иногда я делаю по жиже, когда нету времени, да? Ну, такое. Вот, видите? Вот настоящая паста. Посмотрите, какой цвет. Запах пасты. И я не увариваю. Все. Ну, в крайнем случае, 20-30 минут. Все. Также вот тоже ее на... Можно... Но вот отсюда я сейчас переложу туда. Вот, сколько тоже собирается. Это я вам решила несколько вариантов показать. И вот такой вот вариант. Видите? Показываю вам четко, как я варю томатную пасту. Как я готовлю. Но вот это я еще высыплю вот сюда. Сейчас вот это убираю по пакетикам. Вот. Вот так вот кладу. Видите, вот. Когда лопаточкой, ложкой делаю, ничего не видно, ни водички, и не сгруживается, да? Вот так кладу. А здесь, дорогие друзья, я готовлю сок. Я приготовила уже, наверное, литров 60. Очень много сока. Вы можете посмотреть, сколько. Вот. А в этих банках, вот, из желтых. Вот, желто-оранжевые. Видите, сколько? По литру. Это вот все литровые. Вот. Видите, какие? С перчиком. Как я готовлю острый. Я еще не сказала. Сейчас говорила вам о острых перцах. Томатный сок. Я показывала вам. Ну, будет время, я сейчас еще сниму. Но каждый год показываю. И еще сейчас вам покажу. А это вот, дорогие друзья, сок из красных томатов. Вот смотрите, сколько. Большие. Это по 2 литра, 1,5 литра, 2, 3 литра, 2 литра. Вот. И вот еще насобирала. Вот еще гномы. Это дособирала гномов. Смотрите, ящики. Это новые. Новые. Здесь вот просто жалюзи закрыты, не видно. Это вот сорта, которые буду фотографировать. Вот.
И еще в теплице собрала немного. Вот. Еще желтых собрала. Вот, собрала. Так что буду готовить. С чесноком разбираюсь еще себе и еще тем, кто заказал. Так, дорогие друзья, я открыла баночку. Баночку с огурчиками соленую и немного томатов сверху. Вкуснятина вообще. Я уже два съела. Это такая вкуснятина, ребятушки. Все-таки как же хорошо, когда есть свой дом, когда есть свой сад, вот такие шикарные томаты, биф-томаты выращивать. Если вы посмотрите, я солила томаты, которые бурые, видите? Внутри они вот уже, видите, красные, а край такой. Почему я так сделала? Я думаю, что вы сами понимаете, потому что переспелые томаты ни в коем случае нельзя, и мариновать даже, в принципе, нельзя, и солить, потому что они потом будут такие расквашенные. Кто смотрел у меня в деревне влог, когда мы вот сейчас вот ездили, я там у входа показала большую банку, 5-литровую, с соленьями, ну, там чисто соленые помидоры, внизу огурчики. И вы видели, что они были красные, но не совсем. Вот, это соленые. А здесь еще у меня, вот я две съела, вот такие. Вот, это черри. Они тоже это зеленого цвета. Но они, в принципе, сами по себе такие. Вот, так что сейчас буду крошить огурчики. Вкуснятина. Помидорчики я назад засуну. Руками вот не трогаю. Я, в принципе, видите, лопаткой здесь все вынимаю. Смотрите, какая удобные щипцы, вернее, а не лопатка. Вынимать те, что я показывала в фикс-прайсе. Все аккуратненько из банки можно вытащить. Вот. Вот такой. Это вот эти огурцы. Какие побольше, какие поменьше. Это, можно сказать, последние. Вот я закатывала. Видите, снизу уже покрупнее, а сверху вот такие. Вот такие огурцы, которые, ну, не сильно переросшие. У меня, в принципе, вот вы видите, банка, она не с переросшими. Вот попалась только, и вот один внизу. Вот. И все. В принципе, они не такие уже и крупные. Так вот все вот такие. Я солю. Вот под конец, которые, ну, уже остались на кустах, я их собираю и именно солю. Также томаты. Есть, которые вот-вот доспели, а есть, которые зеленые. Я тоже их убираю с куста и солю. Очень вкусно соленые помидоры, но соленые помидоры те, которые налились. То есть вот-вот должны будут поспеть. Это важно, потому что они невкусные. Вам вот этот солонин не нужен. Я не использую зеленые помидоры, которые вот... Не налились, не прошли свой вегетационный период до того, как начнут спеть. Вот так скажу вам. Это невкусно. Ну, кому как. Кто-то писал, что они это любят. Ну, это уже дело каждого, я считаю. Так, ну что ж, что ж у меня тут? Я сейчас помидорки назад положу. Вот мои девочки. Сейчас и мальчики, потому что еще и мальчики готовят. Что у меня тут есть? Да, вот я намочила, показываю, опа, этот рис. Сейчас опущу пониже, чтобы больше было видно здесь. Так, и как вы видите, я сюда сделала смесь. Кто-то мне писал в такой жесткой форме, что рис каждый имеет отдельную степень варки. Это неправда. Я собирала все. Это правда, да, но неправда то, что я делала. Я лично смешиваю смесь риса, которые имеют одно и то же время варки, да, приготовления. Вот, видите, здесь у меня 4 сорта. Вот. Очень люблю. Они одновременно готовится. Здесь я замочила не на всю кастрюлю. На кастрюлю я, возможно, вот так вот. Все, вот положу. Все, потому что у меня небольшая кастрюля. Все, весь остальной рис я буду готовить и покажу вам,
как я вкусно тоже его готовлю. Вот. И что я туда добавляю? Так что сливаю воду. Видите, я во скольких водах? В трех или в четырех? Да. Да, я промыла. И вот еще в следующий раз я замочила, вот, чтобы тоже отстоялся. И немножечко он набухает здесь, пока все готовлю. У нас трактора чистят. Сейчас закрою окно. Дорогу чистят. И слава богу. Так, солью водичку. Ну и все. Значит, что я здесь приготовила еще, мои девочки дорогие? Вот, вот они, томаты. Видите, мякоть. Мякоть, мякотная томатов. Сейчас покажу. Вот, видите? Я уже так ложкой их еще здесь помяла. Они были кусочками, я помяла ложкой. Они готовы. Значит, тоже полбанки положу. А следующую банку я приготовлю на щи. Значит, смотрите, у меня здесь нарезан лук. Такой и такой. Мы любим много лука. Хотя вот в этой приправе есть и лук. И все, я вам о ней рассказывала. Видите, она свежая, стерилизованная, ничего тут не приготовлено, свежие баночки стерилизованные. Здесь у меня морковь, перец сладкий, даже есть томаты, но я добавляю томатов побольше, потому что мы очень любим, полбанки я добавлю. Суп получается очень вкусный. А и полбанки вот этой. Это 250 миллилитров баночка. Так, да? Нет, 450. Ну, ровно половина. Даже меньше я добавлю, да. Вот так, потому что у меня здесь все же кастрюля маленькая. Можно добавлять... Ну, не обращайте внимания, я открыла. Сейчас я тут все помою, вытру. Это просто от крышек. Не знаю почему. Вроде все нормально там у нас хранится в подвале. Но ничего страшного. Все внутри, все видите, в идеальном состоянии. Ничего не испортилось. Так, что хотела сказать, да, отдельно еще можно добавить брикетик перчика. Но поскольку здесь есть, я не буду больше добавлять, потому что перец это приправа, да, и приправы слишком много не должно быть, да, перец красный, паприка. Здесь как бы и томаты, и то, и другое, и это будет лишнее. Ну что ж, сейчас покажу вам всю остальную часть работы и буду уже добавлять, показывать, как буду готовить дальше. Итак, вот у меня бульон. Посмотрите, какой он красивый, когда процежен, правда? Посмотрите, какая прелесть. Просто супер. Вот. Это у меня литр, литровый. Так, сколько тут? Да, вот это вот литр. Большой, огромный я купила. Как его называют? Ну, мерный стакан, что ли. Кстати, тоже в фикс-прайсе. Прям литр. Мне очень нравится. В него я процеживаю бульон и все делаю дальше. Так, что? Вот я как вам говорила. Вот они, ребрышки. Они буквально, ну, просто отходят сами от костей. Кстати, хочу показать от Faberlic нож. Ножи у Faberlic просто шикарные. Шикарные. Всем советую. И вот, видите, только стоит задеть. И все уже, видите, все само собой сходит с костей. И сейчас я вот это мяско мелко порублю, да, вот так, чтобы вам было видно. Вот такие вот вкусные, ароматные. Мы очень любим такой суп. Сейчас все сделаю, накрошу еще огурчики и будем с вами готовить дальше. Итак, друзья, у меня закипел бульон. В принципе, вы можете выбрать густоту, какую вы любите. И начну я с риса. Добавлю я сюда одну, две, три ложки. Все. Размешаем. Дальше. По порядку я все буду сюда добавлять, чтобы у меня готовилось вместе. Если вы не любите такого плана, да, готовки, любите, чтобы потушить, поджарить, там пережарку сделать, пожалуйста, делайте. Повторюсь, мне это не надо было. Вот смотрите, добавляю лук и зелененький такой вот, белые такие побеги немножко такой, зелени, ну чуть-чуть прямо добавила. И вот мясо, видите, какое оно классное, ароматное, вкусное. Никакого картофеля я сюда не добавляю. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы добавляем вот эти томаты, о которых я говорила. Вот, вот, смотрите, какая мякоть мякотная. Ребят, вообще, выращивайте свои томаты. Смотрите, что можно сделать, да? И вот полбанки оставлю на щи.
Видите, какую вкуснятину можно приготовить. Так, дальше сейчас я добавлю вот этой приправки, а остальное буду делать из нее другие блюда. Видите, здесь все есть. Вот. Перчики. Томатов здесь мало, здесь больше перца. Морковь здесь у меня. Ну, вот как я уже говорила. Еще немножечко вот так добавлю. На глаз. Я добавляю на глаз, и все прекрасно, все получается. Вот у меня сколько я добавила. Вот такой супчик будет. И он будет томиться. В принципе, эти продукты, которые я сюда добавила, они будут готовиться практически одновременно. Не практически, а одновременно. Мясо у нас сварено, но оно будет готовиться вместе с овощами, чтобы все эти овощи могли пропитаться вкусом овощей, бульона. Вот. В конце я не добавляю, просто когда уже готов суп, я добавляю мясо. Да, вы скажете, оно вареное. Ну и что, что вареное? Все здесь, все ингредиенты, как я говорю, они должны подружиться. Вот смотрите, как получается. И, конечно же, нужно пробовать. Пробовать на вкус, что добавлять, соль. Я добавляю сюда немного сахара. Вот, это обязательно. Вот, и соль. Солью пользуюсь только розовой, гималайской. Вкусненько. Сейчас я буду добавлять немножко сахара и соли. И пусть это томится до той степени, как вам нужно. Нужно, чтобы чуть овощи похрустывали. Знаю, что есть такие люди, которые любят. Значит, не нужно, значит, потомите дольше. Закипает на тихий огонь, крышку накрываю и даю томиться до той степени, как мне нравится. Так, ну что, ребятушки, супчик готов. Посмотрите, какой он получается. Насыщенный, ароматный. Мы любим, чтобы он был вот так вот, чтобы таяло во рту все, и мяско, и рис. Вот такой супчик мы любим. Вот. И сейчас, или же, допустим, когда в тарелку буду наливать суп, то тогда положу зелень. Все делайте так, как вам нравится. Накрываю, настоится. Сейчас Артем приедет и будет наслаждаться. Всем пока, дорогие друзья. Желаю вам всем благости, мира, счастья, любви, добра. Чтобы всегда в вашем доме был хлеб и до хлебушка. Чтобы никаких проблем у нас не было. И, конечно же, мирного неба над головой. Всем пока, до новых встреч. Не забудьте переходить по ссылке на Дзен. Поддержите меня, я выполняю ваши пожелания, снимаю для вас видео, а вы уже поддержите меня для того, чтобы я могла заработать хоть копеечку на интернет и на телефон, чтобы я вам снимала видео. Все, всем пока, спасибо за все.